стенах Лабинского аграрного техникума представители Центра досуга молодежи «Портал» провели со студентами беседу на тему «Афган – наша память». Война на чужой территории против террористов стала тяжелым испытанием для многих наших бойцов. За 10 лет войны погибло более 15 тысяч воинов-интернационалистов. Чтобы студенты знали, помнили о наших подвигах России, чтобы не забывали наших героев. На нашем мероприятии приглашен почетный гость Варжов Виктор Иванович, ветеран воздушных войск. Он на нашем мероприятии будет сегодня студентам рассказывать о своей службе, что он чувствовал, что он испытывал. Ветеран воздушно-десантных войск рассказал ребятам о службе в армии, о прыжках с парашютом. Ведь многие студенты уже достигли призывного возраста. Скоро они пополнят ряды российской армии. У каждого человека присутствует инстинкт страха. Ну, его нужно преодолевать просто-напросто. Прыгали, начинали прыгать с маленьких самолетов, это Ан-2. Потом прыгали с Ан-12, прыгали ночью, прыгали на воду, на лес прыгали. Захватывать это передать, собственно, невозможно. Это нужно испытать. Приглашенный гость Виктор Варжов, сдерживая слезы, рассказал студентам о войне в Афганистане. О том, как молодые ребята, воспитанные на подвигах своих дедов во время Великой Отечественной войны, отправились к месту конфликта. На тот момент они еще не подозревали, какой ужас им придется пережить. В 1989 году был произведен вывод советских войск с Республики Афганистан. Это 15 февраля, который вот будет в этом месяце. Будем отмечать. Это всегда почетная память нашим ребятам, которые воевали в Афганистане, и погибшим, и служившим. В этом году исполняется 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. Такие встречи просто необходимы для молодого поколения. Своими впечатлениями поделился Артем Макаренко, студент техникума. Нам показали фильм о Афганистане. Мы послушали ветерана, и многим ребятам это очень поднимает дух, потому что они собираются служить, и некоторые из моих даже знакомых, в принципе, собираются связать свою жизнь именно с армией. Мы прониклись военной атмосферой, и мы должны чтить и уважать ветеранов афганской войны и тех, кто не вернулся. Не вернулось огромное множество молодых ребят, они погибли там. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».